Постоянная экспозиция «Окно в природу» знакомит с многообразием флоры и фауны Тюменского края и его древних обитателей. Здесь можно увидеть останки самого высокого шерстистого мамонта, бизона, шерстистого носорога, пещерного медведя, зубы акул. Ведь когда-то на месте Тюмени было море. Отдельная экспозиция расскажет о тыловой жизни во время Великой Отечественной войны, про саркофаг для Ленина и Тюменский мавзолей, вагон-баню и уникальный крылатый танк, изготовление сухого омлета и минометов для фронта.